Напомню, департамент молодежной политики и общественных проектов Владимирской области сформировали 1 ноября. Его директор Николай Костылев приступил к работе 11 февраля. Планы на ближайшее будущее с депутатами ЗАГС Собрания и молодежью он обсудил сегодня в рамках комитета по образованию. В первую очередь предстоит ликвидировать комитеты, коллективы которых войдут в состав нового департамента. Это два комитета – департамента соцполитики и молодежной политики. А затем новый орган приступит к реализации задач. Планов. Так уже в конце апреля во Владимире снова пройдет областной фестиваль творчества «Студенческая весна». Подумаем, может быть, в жюри пригласим каких-то известных, может быть, людей, да, кто оценит и проведет, может быть, возможно, мастер-класс. Но то, что «Студвесна» будет, это обязательно. Ну и в дальнейшем, конечно, мероприятия, там, знатоки отечественной истории и военно-спортивная игра «Зорница». Возможно, она будет перенесена только на осень. Здесь связано со спецификой, ну, вот я уже сказал, передачи этих бюджетных денег. Но массовые мероприятия, которые пользовались популярностью, они обязательно будут. На комитете обсудили и взаимодействие департамента напрямую с молодежью. Для этого будут проводить встречи с членами НКО, работающей молодежью, студентами и сельскими жителями. Но в первую очередь проблемные точки этой тематики обсудили с членами молодежной думы. По их мнению, в регионе не хватает дискуссионных площадок. Мы за дискуссионные масштабные площадки. Молодежная дума также организует дискуссионную площадку «Разговор без галстуков» с точки зрения. Мы также планируем эту площадку продолжить работу этой площадки в этом году, брать острые темы и молодежного предпринимательства. Даже политические темы собираемся брать, встречаться с молодежью, со студенческой, с молодежью из муниципалитетов и вместе с ними поднимать эти темы. Не останутся без внимания те проекты, которые разрабатывали комитеты, вошедшие в новый орган. Так уже сейчас готовится положение о предоставлении субсидий некоммерческим организациям. В этом году их будет 24, сумма каждой составит 300 тысяч рублей. Выбирать будут из 22 номинаций.